Анонс мероприятий, посвященных празднику Масленица. Микрорайон Док, суббота, 17 февраля. Масленица на Доке начнется с веселого катания на ватрушках на горках Молоков ручей. В полдень здесь пройдет шоу «Блины и акробаты». Одновременно на площади перед ДК «Октябрь» начнется праздничная программа «Как на масляную неделю». Сразу после жителей гостей микрорайона Док ждет встреча с российской Снегурочкой из Костромы. А затем театрализованное представление «Балаган Петрушка». В 14:30 возле клуба «Октябрь» стартует музыкально-игровая программа с участием вокальной группы «Леночек» из поселка Саватия. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по рисованию аэрографом и увидеть выставку «Кота Мир».